Привет, меня зовут Данила. У меня есть вот такой вот гигантский дар судьбы. Мне его подарили на день рождения. Он самая гигантская штука из моего лего. У него есть такой щит, он вращается и пугает. Вот тут дракон нарисован. Так. Он может делать вот так вот. Там у него есть кусочек сыра и алмаз. И два стульчика с управлением. Тут еще вот это вот так вот делается. Если этих чуваков убрать, то оно может так-то так-то подняться. Тут можно ходить. Хотя не надо. Ну, это чтобы кого-нибудь напугать. Так. Чувак не успел. Ну ладно, за чуваком вернемся. Тут. Там внутри есть стульчики. И на них можно посадить человечков, только без брони. Без этой брони они туда не влезут. Потому что прыжки, линии там, всякие фонарики. Ну, фонарики тут. Ну, вообще-то быстро каюсь. Близко каюсь. Такие штучки, которые так пуляются. Ту-ту. Только я их снял, потому что они не нужны. Просто. Если что, так-то. Этот корабль обычно не плавает, а летает. Это летающий корабль. А если что-то вот такое внизу, то эти турбины вот так вот отодвигаешь, турбины вот так вот делаются, и эту фигню отталкивают этими ножиками. Вот, этот человечек, он злой. А этот человечек хороший. Тут еще есть вот такой вот. Он синий ниндзя. Он хороший. У него есть тут меч. Акула забыл меч. Не взял на это судьбы. Этого вообще рюкзака нету. И он плохой вообще-то. У этого есть рюкзак со стрелами. Только арбалет я там забыл взять. Ну зато она забрала у него меч. Меч. У него управляет этим кораблем Ву. И Ву его создатель. Ву, он вот. Вот, он с посохом, а на посохе кристалл миров. И он сделал этот корабль и катает на нем своих ниндзей. Тут еще есть мышка. Когда мышка уходит с корабля, значит, что корабль падает вниз. Мышка не может покидать корабль и вместе падает с ними. Ну, конечно, корабль не разбивается, потому что он крепкий вообще-то. Очень-очень он крепкий. Тут есть такие мечи. Тут есть такие мечи. Надо таезка так вот одним ходом поехать и двух этими мечами
какого-нибудь врага на каком-нибудь летающем штучке сбить этими мечами. Еще сбоку есть такие пушки. Если нажать на эту, курки нажмутся и туш. Там пульки должны выскочить. Тут есть такие штучки. Там всякие там продукты. В сундуке, ну, сапфир. Вот таких вот два сапфира там. Тут кнопочки, ну, повороты. Это нос такой, как у всех кораблей.